В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Ход работ возле кинотеатра «Искра» контролируется областным правительством. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин посетил объект. На Жуковском проезде 14 завершено комплексное благоустройство придомовой территории. На самом деле здорово все сделали, так и необычно, и очень оживляет вид двора. Вот, ребятам интересно. В музее-заповеднике Горки Ленинские состоялась социально-экологическая акция «Цветочное сердце весны». Как мне кажется, при посадке я оставил просто частичку себя, и это очень хорошо. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин проверил ход работ возле кинотеатра «Искра». В компании главы муниципалитета Валерия Венцеля он совершил обход объекта, а также осмотрел городскую местность. Территория благоустройства включает в себя отделку зон отдыха возле Тимоховского пруда, кинотеатра и аллеи Славы. В ходе проверки особое внимание региональный министр уделил детской площадке, где осталось завершить облицовку. К эксплуатации уже готовы скейт-парк и зона возле аллеи Славы. Даже в ходе осмотра работа на объекте не прерывалась. Помимо этого, в графике министра значился осмотр ряда городских объектов. Территория возле 32-го дома на улице Советской попала в программу комплексного благоустройства дворов. Было создано новое парковочное пространство, ремонт проезда, ремонт тротуара с установкой столбиков, установка урн, устройство пешеходной дорожки, устройство новой детской площадки, устройство тренажерной площадки, а также зоны отдыха, установлены лавочки и стенд информационный. А и также заменено освещение на новое современное светодиодное. На создание такой территории ушло всего 3 недели. В рамках программы по благоустройству каждый год выбирается 10% дворовых территорий, которые сдают в летний период. На Жуковском проезде 14 завершено комплексное благоустройство придомовой территории. Кроме того, там появилось 2 пешеходных перехода. Сделать их очень просили местные жители. Прогулялась по обновленному комфортному двору и наш корреспондент Екатерина Борисова. Еще совсем недавно здесь было много строительной техники и рабочих, а теперь двор на Жуковском проезде 14 привлекает ребятню со всех окрестных домов. Более 2 лет местные жители ждали, когда же, наконец, их двор приведут в порядок. И вот работы по благоустройству завершены. Детвору особенно порадовал новый яркий игровой комплекс. В ходе комплексного благоустройства здесь заменили асфальтовое покрытие, отремонтировали тротуары, установили антипарковочные столбики и ограждения, обустроили новые пешеходные зоны, установили лавки, урны и заменили элементы освещения. Вместо старой детской площадки появился новый большой игровой комплекс, который нравится как малышне, так и ребятам постарше. Парковки стали сделать, хорошо сделали. Замечательно просто, нам очень нравится. Детская площадка шикарная. Вот здесь вот даже называют, ну, в замок пойдем, говорит, погуляем. Тебе нравится площадка? Да. А что тебе больше в ней нравится? Качаю их. Раньше тут была расшатанная горка, вообще убитое покрытие. Мы даже проходили мимо, даже мысли не было зайти. Вот, а сейчас, ну, на самом деле здорово все сделали. Так и необычно, и очень оживляет вид двора. Вот, ребятам интересно. В ходе комплексного благоустройства удалось увеличить количество парковочных карманов до 30, что, безусловно, оценили автолюбители. Стало очень замечательно, сейчас расширили чуть-чуть. А детям вообще замечательно. Потому что очень благодарны тем, кто людям, тем, кто это сделал. Спасибо им большое. Депутат Олег Федоров принимал активное участие в подготовке и реализации комплексного благоустройства. Именно к нему за помощью обратились жители дома номер 14, попросив включить двор в план на 2019 год. Территория поменялась очень. Ну, я считаю, что депутатский корпус и должен работать так, как работает Олег Александрович. Помимо обязательных элементов, здесь также появились 2 пешеходных перехода. Именно они соединяют парк Сосенки, излюбленное место отдыха видновчан, с городской инфраструктурой на проспекте Ленинского комсомола, остановками общественного транспорта и детской поликлиникой. Этот пешеходный переход, ну, просто был необходим именно в этом месте. И хочется сказать огромное спасибо и Дорсервису, и нашему управлению по благоустройству, что они вот сделали вот такое, на мой взгляд, очень и очень хорошее дело. Так
Также по просьбам жителей была перенесена контейнерная площадка поближе к дороге и облагорожена небольшая аллея за домом. Уложена плитка, установлены скамейки, урны и освещение. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Виднетве. Сельские территории только имеют статус таковых, но в последние годы все больше приобретают внешний вид городских. В этом можно убедиться, приехав в Молоково. Благодаря взаимодействию местных властей с предпринимателями и жителями, благоустраиваются территории, улучшается качество жизни. Нашей съемочной группе устроили небольшую экскурсию, которую провел коренной местный житель, сам глава поселения, он же председатель местного совета депутатов Виктор Огоньков. Сделали прорезиновые площадочки у каждой веранды. Вот они 5 на 10, 50 квадратов. Сделали вот новые песочницы и столики, обновили кустарники. Заведующая детским садом «Василек» Вера Жиренкова рассказывает о том, что смогли сделать на 11 миллионов рублей, выделенные советом депутатов поселения. И мы стараемся наше поселение сделать, чтобы оно было комфортно для проживания, в первую очередь, наших маленьких жителей. Председатель местного совета депутатов, он же глава поселения Молоковское Виктор Огоньков, старается напрямую общаться с руководителями детских садов, узнавая об их нуждах, как говорится, из первых уст. Сегодня просьб не было, но показали то, чем гордятся. Поверх тем висят шторы, вот оформление осени. Видите, под Покровом? Это праздник у нас был Покров. В отличие от Василька, построенного еще в 1983 году, его молодому коллеге, детскому саду «Гномик», всего 3 года. Тем не менее, он тоже нуждался в обновлении и получил помощь от депутатского корпуса. Мы гуляем на хороших площадках с хорошим резиновым покрытием. У нас появилась также зона, куда мы можем ставить велосипеды, самокаты, коляски. Молоковская больница – еще одно место, где всегда рады таким гостям, а также всем, кто оказывает поддержку учреждению, в том числе предпринимателям. Одна из крупных местных компаний регулярно помогает больнице. Когда у нас не было финансов на приобретение гардероба, мне обратился Виктор Алексеевич. Он помог нам найти спонсора. Мы очень признательны, благодарны этой компании, потому что практически, как бы когда бы ни обращались, какая бы ситуация ни была, всегда нам они никогда не отказывали. Теперь больница обзавелась новыми вешалками. Осталось их только собрать, и в лечебном учреждении появится гардеробная. К слову, в собранном виде такие же вешалки можно увидеть в местной школе. Тоже подарок спонсоров. Школа – еще одно учреждение, за жизнью которого следит глава поселения, когда-то сам ее окончивший. Немножко, конечно, тесновато, но надеемся, сейчас в этом году пригород лесную школу построить сдадут, как они говорят, в декабре месяце. Немножко у нас эта школа разгрузится, там на 1100 мест. Виктор Огоньков считает, такое взаимодействие власти с деловым сообществом и местными жителями дает положительный результат. Прислушиваться к просьбам людей – вот главное. Тогда и жизнь на селе станет качественнее. И показывает еще один результат работы – новое дорожное покрытие с тротуаром и освещением, ведущее в деревню Богданиха. Сделано по просьбам жителей. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Поэтому у меня принцип такой, что вот надо все пройти, посмотреть самому. А еще Виктор Алексеевич твердо уверен, жить в селе должно быть не хуже, чем в городе. А уж Молоково с каждым годом все сложнее назвать сельской местностью. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Все лучшее детям. В Ленинском центре социального обслуживания «Вера», где проходят реабилитацию и восстановление дети с различными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья, появились новые обучающие и развивающие игрушки. Их подарил один из членов попечительского совета учреждения. Впрочем, и старшее поколение не осталось без подарка, причем весьма полезного. В компании «Непосед» проводить нечто похожее на официальную презентацию новых игрушек и обучающих материалов – дело бесперспективное. Но директор центра «Вера» Андрей Коренюк все же попытался. У нас в центре есть попечительский совет. Попечительский совет входит люди, которые неравнодушны к проблемам, к деятельности нашего учреждения. Одна из членов попечительского совета учреждения, предпринимательница Земфира Морозова, подарила центру «Вера» несколько десятков игр, наборов и приспособлений для обучения и корректировки различных навыков. Очень много интересного. Я вот как мама просто вижу, что очень хорошие вещи, подарки отличные. Сама бы с удовольствием такие домой приобрела. И какая же презентация без угощения? Все желающие могли попробовать кислородный коктейль. Ингредиенты для его изготовления также появились благодаря попечителю. Берите, вот, берите. Спасибо, надо говорить. Не
Не осталось без подарка и старшее поколение. В Центре социального обслуживания «Вера» получают социальные услуги и люди пожилого возраста. Теперь, благодаря Земфире Морозовой, спортивные занятия станут куда разнообразнее. Это комплексное базовое упражнение, которое задействует сразу несколько мышечных групп, все можно отдохнуть. То есть задействуются грудные мышцы, трицепс, мышцы плеча. Вот. В рамках, опять же, тренировки мышц антагонистов. Этот тренажер станет хорошим подспорьем и для отделения реабилитации. Благодаря таким подаркам посещение Центра социального обслуживания «Вера» становится более комфортным. На сегодняшний день могу сказать, что на 90% кабинеты психолога, логопеда, зал ЛФК у нас уже укомплектованы. Это будет приведет к тому, что мы повысим уровень качества предоставляемых услуг, и тем самым детишки будут получать у нас более интересные даже какие-то, да, занятия и уходить счастливыми. Подобные акции еще раз доказывают: мир не без добрых людей. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоялась социально-экологическая акция «Цветочное сердце весны». Дети из Всероссийского общества инвалидов на клумбе в форме сердца посадили более 150 тюльпанов. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Ежегодно во Всероссийской социально-экологической акции «Цветочное сердце весны», посвященной детям с особенностями развития, принимают многие города. Ростов, Ярославль, Тула, Пушкин. Для музея-заповедника «Горки Ленинские» это тоже стало доброй традицией. Общество инвалидов Ленинского района откликнулось на предложение организаторов мероприятия посадить возле Большого дома-усадьбы тюльпаны. Мы уже, наверное, третий раз принимаем участие в данной акции. Очень, конечно, нам это нравится. Приобщить детей к земле, посмотреть потом на результаты своих плодов. Ну и вообще спасибо за такие мероприятия, потому что очень приятно погулять в горках, побывать. Конечно, очень здорово. Перед тем, как начать сажать цветы, ребята с помощью клея и бумаги изготовили символ акции – сердце. Это было, опять же, коллегиальное общее решение назвать акцию именно «Цветочное сердце», потому что ребятам, иногда бывает так, что не хватает сердечного тепла. И это символизирует то, что они обогащаются, и нас обогащают, и мы их обогащаем с помощью вот этого вот символичного высадки в виде сердца. Организаторы заповедника провели для гостей небольшую развлекательную программу с танцами и играми. Раскатались, не трогали, порубили. Приятной неожиданностью для ребят оказалась встреча с известными актерами, которых они застали на территории большой усадьбы за съемочным процессом и сделали с ними памятный снимок, а после начали посадку луковиц тюльпанов. Максим Панов, хоть и принял участие в этой акции впервые, ловко справился с задачей агронома. Как мне кажется, при посадке я оставил просто частичку себя, и это очень хорошо. Не случайно эта социально-экологическая акция проходит в два этапа. Осенью осуществляется посадка луковиц, а весной с первым приходом тепла всех ждет настоящий цветочный праздник. Это сердце из тюльпанов распустится и будет радовать своей красотой и чудесным ароматом. Анастасия Воронина, Кирилл Иванов, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.